Бамблби лежал около коробки за домом на горе. У Бамбо был мешок с мусором, монетка. Бамбл был счастлив. Но однажды Бамбл услышал голос. «Красивая монетка, Бамбл. Это моя монетка, и она не твоя. Убирайся прочь». Эта тень схватила монетку и прыгнула в люк. Бамбл взял пакет с мешком, с мусором прыгнул вниз. А монстры не останавливались. Но Бамбл принял бой. Никто не мог остановить Бамбла. Бамбл хотел получить монету. Это у нас игра от создателей того самого Айзека, The Binding of Isaac. Это Бамбл. Сейчас, тут довольно очень, почему-то, не знаю, долгие загрузки, поэтому я буду в каких-то случаях ставить паузу. А, так, у нас здесь с вами туториал, ну, я его пропущу, потому что я немножко знаю, как да и что там делать. И да, всем хейл, с вами Шимики, и это The Legends of Bumble. Bumble won't coin. Bumble хочет вернуть монетку, я не... А, подождите, я ж... Скорость, да, мышки тогда ж убрал. Я думаю, почему у меня мышка как-то слабовата. А звуки как в Айзеке. А здесь, конечно, есть только туториал, reset прогресс, то есть обнулить прогресс и новая игра. А, игра в жанре 4 в ряд, если так это можно назвать. У нас есть здесь несколько персонажей. Здесь можно увидеть удачу, активка, вот активка. Атака 3. У нас меч наносит 3. Их 3 хпшки. Bumble the Brave. Bumble the Nimble. Bumble Stout. Bumble Wild. Bumble Dead. Bumble Empty. Ну ладно, давайте, короче, начнем. Sours and Rose. Make sure to always spin to stay available. Короче, прожимайте спин, чтобы использовать... Короче, разрушайте объекты, чтобы заполнять вот эти виллы, проживные, короче, предметы. Окей, давайте смотреть. У нас сразу есть кости. Видно 4. У нас есть... Вот, допустим, мы получили кость, да, я атакую. Ну, давайте, допустим... вот эти херовины. Вот, у меня 4 кости, я могу использовать кулак. А что здесь у нас вообще есть? Давайте смотреть. Здесь отображено слева наверху наши хп, монеты, статы. Здесь у нас move left, то есть количество ходов. Здесь у нас предметы, немного о них попозже. Активные предметы здесь у нас, ну и здесь реликвии. С этим все будет потом. Предметы, кости. Кости — это атакующий предмет, как вы видели, мы кость метнули. Какашка — это предмет стопящий, ну то есть предмет, который защищает нас от атаки врага. Мы можем положить на одну из линий. Здесь получается есть 3 линии. Лево, мид и право. На одну из линий. А какашки стакаются при повторном как наложении. А есть типа козявки, как я понял. Какая-то слизь. Она, короче, снимает один ход у противника. Зуб. То же самое, что и кости. Метательный предмет. И моча. Это моча, да, это моча. Восстанавливает нам одну ячейку ходьбы, так сказать. Окей, что мы делаем? Давайте я использую кулак, используя на этом, чтобы сразу убить. Дальше. Ход. Подождите, я могу так сделать.
Больше тут ничего нету, да? А есть хпшки, оно восстанавливает пол сердечка, но это такое. Это уж такое. Мне кажется, нужно было этого черта отогладить. Все. На зубы. Рело. Хотя, давайте пускай дадим шанс. Мухи продвигается, вот. А это значит, что следующий атакон будет атаковать. Следующий ход. Хорошо. Я могу поставить какаху, в принципе. Вот сюда как раз, чтобы он меня не атаковал. Здесь мы с вами за... Давайте закончим ход. Ага, мухи продвигаются. Вот видите, он атаковал и все. Так, мухи продвигаются, это плохо. Значит, одну муху мы стопим. А если мы больше четырех делаем, то предмет удваивается. Либо утраивается, в зависимости от у нас в полосе. Так, муху не даем пройти. Пол. Получаем кость. Это убиваем, потому что она к нам не подошла. Так, у нас есть слизь, хорошо. Он использует магию. Ни хрена себе. И она забрала мне все мое имущество, так сказать. Так, давай на тебя, ладно. Теперь что с тобой будем делать? А, у меня один ход. Он поближе уже не подлетит, я думаю. Ага. Так, сверху, короче, показывают, что будет падать после. У нас вообще ни хера нету. И, походу, мне скоро придет. А хотя, у меня есть кокулька. Интересно, она в кокульку где-то открывать? Так, у меня зубы, в принципе, есть. И кость. Отлично. Значит, не рискуем. В принципе, у меня есть удар. А, там вы видели звездочку. Звездочка дает нам... Короче, там место какого-то предмета. В конце раунда нам дают монетки. Монетки будут потом в дальнейшем нам где-то помогать. У нас есть предметы. Два на выбор, это как золотая комната. Так, poison enemy that hit you. Что-то враги атакуют тебя. Фейсом. Вирус. Короче, враги наносят тебе урон, скорее всего, если тебя атакуют. Релор, Эни, Тайм. Мне интересно вот это вот, на самом деле. Давайте возьмем, попробуем. Так, какая-то какаха там. Странная. Так, сразу в козюльке. А, не хочу рисковать, не знаю, что он делает, лучше так сделать. Дальше говнуха, да, у нас? Дальше говнуха, у нас ничего нету. И это плохо. Я могу, в принципе, кости начать создавать. Ничего не вижу. Ой-ой-ой-ой-ой, они будут вдвоем атаковать. Ладно, одного я убью. Страшно. Одного я убью. Атаку этого я остановлю. Как это понимать? Detail. Поднимает наверх. Давай еще. Что?
А, блядь, там рерол написано. Anytime. На, короче, он реролит на любой какой-то другой предмет. Не знаю, что это, я знать не хочу. Так, давайте думать. Делаем так. Он меня атаковал, хотя у меня был еще шаг. Хорошо. Так, давайте остановим тебя. От этого ладно, я еще пол хп получил. От удара. Реролим доску, я получу еще шаг. Хорошо. А, собираем кости. Только вот как лучше собрать. Давайте так соберем. У него где-то хера как улика. А, черт, ладно. Это нормально, нормально. Хорошо, у меня только пол сердечка нет, получается. Для меня ничего не сделает. Так, капульку. Ага. Мне желательно получить зуб. Делаем так. Делаем так. Убиваем. Побеждаем. Я понял, то есть он независимо, но он атакует. Так, это вражеская какашка, если ее атакую, короче, я просто ее ломаю. Так, это мухи из Айзека, которые, я помню, пуляли. Что у меня есть на доске? У меня на доске, в принципе, нету ничего. Они есть зубы. Плюс еще энергия есть. Хорошо. Есть такое дело. Убиваем муху одну. Ага. Ага, ага, ага. Так, как теперь мне это провернуть? Можем сделать реролл. У меня все равно на два раза есть. Просто я получил кость. Ломаю вот эту какульку, чтобы пройти к этому. Использую кулак раз. Использую кулак два. Отлично. Здесь у нас на столе имеется в виду. Я могу сделать себе энергию потом. 5 энергии. Все, он готов атаковать. Там еще есть ходы, хорошо. Ой, что я наделал? Понимаю. Он запрещает тебе атаковать. Ладно, мне нужны кости. В следующем ходе я его убью. С помощью зуба. А, что-то немного тупанул, да, получается? Ладно. Кульки. Я не хочу урон получать. Так, три попытки зареролить. Не повезло. Не повезло. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Но мне все равно не повезло. Но мы добиваем. Типа... Ой, бля, я... Чего я тупой? Я миссанул, потому что я нажал на другую линию. Я думал, типа, нужно на кость нажать, чтобы активировать ее. Жесть. Ладно. А, плюс один дамаг. Ты стер. В этом ходу. Hits all animals. Нанесите урон всем врагам. По 2 энергии.
Скорее всего, в одной комнате заряд, а плюс один заряд. В принципе, сопли у меня где-то используются? Кажется, нет. Мы возьмем. Папа против. The Duke. Keep him smile. Так, у него 10 хп и тоже 2 хода. Ага. Ага. Ну давайте начинать наносить урон. Что у нас есть? Плюс энергия. Плюс энергия. Плюс атака. Как-то... Его он встанет или он в чём? Ещё такое сделаем удар. Я могу зареролить стол. И, в принципе, я так... Хотя... Я не знаю, как он атакует. Гомняха. И здесь гомняха есть. Так, сюда. Давайте зарерулим. В принципе, у нас выбор не на что больше не тратится. О, плюс защита. Если вдруг что. Какая здесь взрывная мощь. Давай попробуем. Может повезет. Повезло, ладно, ходи. Он самонит мув. Прикольно. Так классно. Честно, ты нет. Блин, я в эту муку попадаю. Дамаг на следующую... А там. Делаем зуб. Ничего не получается этого. Ладно, я получу еще козюльки. Ой-ё-моё. Давай. Давай. Так, у меня есть зуб. Атакую. Я могу зареролить. Либо затерпеть. Давай попробуем. Ах ты ж, ё-моё, так плохо. Я не хотел, чтобы эта муха сюда становилась. Хотя я могу сделать так. А, всего 5. Ну ладно. На 4? И это еще был крит? Чего? Не понял. Я не понял. Окей. Мне нужно, чтобы мне сейчас повезло на дамаг. У него 2 хп. Либо на козюльку. Козюльки нет. Она тоже нет. Вообще ни хера. Ладно, пускай атакует. На пол сердца. Его снова закрыли. Вот в чем дерево, понимаете? Ладно, сразу защиту ставим. Давай. Так, энергию.
зарабатываем энергию. Ага, ага. Сюда. И поехали. Кость. Можно зуб? Мне он не дает то, что я хочу. Я понял. Так, это уже херово. Это уж точно плохо. Еще шажок. Еще шажок. Еще шажок. Еще два шажка. Блин, сейчас бы сюда зуб. О, у меня две кости, все отлично. А, ладно. А, мы победили. And with him, final bit of punch. А Бамба победил какой-то большого монстра. Сейчас сливый Бамбл заполучил монету. Ну, короче, Бамбл усилился, увидел сундук. Что же в нем может быть? А, паук с большой жопой, а, длинная костлявая кость, либо магическая сила. А, Бамбл решил не ждать и открыл коробку. Что это? Это другой Бамбл? Вот это поворот! Так, у нас открылся новый Бамбл. Unlock it. Бамбл. И For All Hollow. Unlock it. И новый, короче, подземелье. Громко. А, так, что можно сказать? В принципе, первый забег, но он довольно легкий. А, то же самое, как в том же обычном Айзеке, да, у нас... Давайте еще сделаем один забег же, такой же. А, следующая серия, может быть, я не знаю, это чисто пока что как обзор игры. Поехали. А, походу, здесь локации одни и те же, но враги просто меняются, бывают. Значит, интересно насчет тех же боссов. Так, Purpur Animals are Resistance и Puzzle Attacks. Вот мне интересно, вот честно, насчет... тех самых боссов. Типа они как в Айзеке, типа какое-то количество боссов закреплено за своим этажом. Или же здесь всего лишь один босс на... Так, появились какие-то камни, хорошо. И, в принципе, мы можем уже атаковать. Тоже неплохо. Мне кажется, нужно стрельнуть, тебя убить просто кулаком. Здесь у нас энергии не получается, хотя на следующий ход она соберется. Так, это очень плохо. Делать красиво. Защищаемся от одной. Так, так, так. И у меня ничего нету, да? Это плохо. Ладно. Один удар премиум. Мы получаем выбиваем эту блоку. Вот я не убил, или ролим. А что мне даст на кость? Я там не вижу никаких предметов на защиту. А, ну все. Нормально. Ну, блин, ну, на ХП
Крешка. Под 3 Wild Tiles. Короче, 3 звезды, но очень много предметов. Dagger Lon. Либо стан. Так, ну какашки мы, в принципе, не используем. Давайте это возьмем. Ух ты ж, сколько вас тут. Это, скорее всего, на всех сопля кидается. Добро. И что мне здесь так сделать? Тут вообще ни хера нет. Даже не видно, что можно собрать. Ладно. Ладно, мне уже трое хотят атаковать. Делаем так. Делаем так. Бац. Бац. Минус пол хп. Минус пол хп. Походу я здесь отлетаю. Ой-е-вот. Убираем мечом. Убираем кости. Две кости. Получать я не хочу, поэтому надо убивать. А, дерьмом я не закроюсь. Ни один ход. Но я могу сделать так. А, у меня, подожди, у меня какой дамаг увеличился? За счет чего? Странно, ладно. Фу-фу-фу. Я тут все равно ничего не собираю. Используем круг. Так. Так, так, так. Много хамна. У меня все равно дерьма до хера. Ладно. Окей. Он только на один раз замедляет. И я трачу до хера. Серьезно. Хорошо, какахи используем. Ставим сюда защиту. Ставим сюда защиту. Предупречить можно. Пускай атакует, он все равно говно атакует. Так, теперь мне за два хода. Еще и шанс дали. В смысле мисс? Что за бред? Я же туда нажал. Какой мисс? У меня с хп проблема. А, походу у него урон увеличивается, когда он теряет сердечко. Какого черта? Их так много. Жесть. Просто жесть. Что плохо. Это очень плохо. Походу меня убивают. Как будто не было. Ну, до хера, и они всех закрывают. Так, к тому прокрадываться.
Так, кости нет. Рерол. Так, вижу говно на курсе. Давай, хорошо. У меня пол сердечко, да, остается. А меня убивают. Ретрай. Хотя, ладно. И выход в меню. Так как мы уже одну серию записали, я думаю, хватит с этого. Вот такая вот у нас игруха. Не знаю, буду ли ее проходить, или же будет как просто мини-обзорчик игры. Игра довольно прикольная, она забавная. Прикольная механика. Немного, конечно, странно то, что пропадают те предметы, которые мы уже использовали, да? Может быть, как бы там, со временем мы привыкнем к этому, будет более проще. Ладненько, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.